Порядка 1200 человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции с начала открытия ПЦР-лаборатории в лечебно-диагностическом отделении Ненецкой окружной больницы. 41 из них сдали тест в выходные дни. У 6 был выявлен положительный результат. Александра Литкова расскажет подробнее. ПЦР-лаборатория в лечебно-диагностическом отделении Ненецкой окружной больницы начала работу в конце июня. А с 10 июля пройти здесь тестирование можно по субботам в порядке живой очереди. С момента открытия диагностику прошли 1115 человек. Выполнено 1408 исследований. Из них платных 347. Что касается работы лаборатории по субботам, то в эти дни обследовались 41 пациент. У 6 ответ был положительным. При этом были выявлены случаи, когда в медучреждение за ПЦР-тестом обращались граждане, которые находились на учете в Роспотребнадзоре, как контактные с заболевшими. К сожалению, выяснили ситуацию, что ряд граждан, которые прошли по выходным положительные, они имели ограничения со стороны Роспотребнадзора на перемещение по территории города Нарьмара. Но по какой-то причине они пришли к нам в лабораторию и решили сдать анализ. Ряд граждан, у них заболевание протекало бессимптомно, поэтому они не знали. И для выхода на работу по требованию они сдали этот анализ, и он у них оказался положительным. То есть в воскресенье субботние перестановки делает Роспотребнадзор. При подтверждении оперативно оповещает граждан и выдает им предписание им самоизоляции. Медики напоминают, перед тем, как отправиться в поликлинику для сдачи теста, убедитесь, что у вас отсутствуют признаки ОРВИ. При любом недомогании вызывайте на дом врача, который и примет решение о необходимости обследования на коронавирус. При этом тест будет бесплатным. Мы рекомендуем гражданам, которые себя чувствуют некомфортно, они чувствуют себя больными, у них есть какие-то симптомы повышения температуры и еще остальные признаки ОРВИ, рекомендуем остаться дома, пригласить врача, да, и чтобы врач уже сделал определенное назначение. Если врач посчитает необходимым сдачу данного теста, то действительно он его назначит. ПЦР-лаборатория Ненецкой окружной больницы пока не относится к уровню референс. Изначально мы получаем документ о соответствии для работы с данной группой патогенности, что нам Роспотреб выдал, и мы с 28 числа начали самостоятельно работать. Далее идет в течение 2 месяцев перепроверка наших положительных исследований со стороны службы Роспотребнадзора. При совпадении 85% положительных результатов на протяжении определенного периода времени Роспотребнадзор через 2 месяца может нам выдать разрешение на самостоятельную работу. Напомню, пройти ПЦР-диагностику можно во взрослой и детской поликлиниках в будние дни по предварительной записи. В здании лечебно-диагностического корпуса тестирование проходит по субботам в порядке живой очереди с 8 до 11 часов. Стоимость процедуры – 1400 рублей. Александра Литкова, Дмитрий Семяшкин, телеканал «Север».